сентябре к учебе в ангарских вузах приступят несколько тысяч студентов. Сейчас прошла уже вторая волна подачи документов. Получить высшее образование за счет бюджетных средств можно в ГТА. На одно место претендует до 4 человек. В этом году о своем желании учиться в академии заявили 800 абитуриентов. В нынешнюю приемную кампанию особый ажиотаж был на направлении информатика и вычислительная техника, электроника и наноэлектроника, автоматизация технологических процессов, химическая технология. Впервые в этом году Ангарской государственной технической академии было открыто направление прикладного бакалавриата по направлению химическая технология. Сотрудники приемных комиссий отметили, что в этом году результаты по ЕГЭ значительно снизились. Средние показатели абитуриентов не превышают 60 баллов.